Всем привет! Играем пользовательские карты. Называется «Бег по лабиринту». Нужно будет выбраться из лабиринта. Карта должна быть большой. И с сюжетом. Убить надо Альфа Грайвера. Так, и что мы тут видим? Город. Дождь, а это чё? Воу-воу, not so fast. Воу-воу, у тебя часы. Прям на груди. Don't do that again. А чё, 8 вечера показывал? Куда идти? 200 метров. Чё хоть есть? Бита, кирки, топорики, взрывчатки. Взрывпакеты. Памятник зомби. Это что, лабиринт такой? Супер высокий. Туда же название повесили. Пойдем. Тут что там, мужик хочет сказать. Ох ты, тут какой выбор. Мне устраивал такой выбор. Ракеты. Медведь. А медведь зачем? Экспалибур. Меч пасхалка. Сто. Капец. А это 200. Поменяем сразу же. О, там уже встречают. Все взял. О. Что за херня? Это же эти стоят. Спортсмены, которые дико бегают. Не спасет тебя. Сколько там? 80 метров. Сейчас будем тут будить. Может, и не будем. Увидели. Зачем тут деньги? Разве тут можно что-то купить будет? Да блин, а. О, как раз. Куда побежал? Фонарик. Думаю, что-то не хватает.
Куда? Разбежались. Иди вон, голову свою поднимай. Укатилась. Где-то тут 80 метров. Эй-эй-эй, не так быстро. Да куда тут, куда? Падай давай. Так, никто тут? А, нет, бежит. Фанаты уже прибежали. Тут их шмонать бесполезно. Ничего путевого с них не сыпется. Что-то звук тут как в танке, еле-еле. Сто метров до цели. Ты чё встал? Наступает ночь. Чё вы хотите сказать, сейчас эти прыгуны появятся? Давай, подставляй свою бошку. Прыгун. ХП у меня появилось. Да блин, чуть опять по нему не врезал. Постоянно попадаю по ним. Где цель? Срочно чинить. А, я уже пришел к нему. Он за этой стеночкой ждет. Ну иди, не бойся. Ракеты и пакеты. Больше ничего не интересного. Опа, хреново дело. Дело хреново. Да блин. Прыгун, иди сюда. Иди сюда, прыгун. Так, там еще один. Опа, нет, 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 стой, стой, я полечусь. Куда? Давай, стукайте его. Эй, нет. Нет. Грёбаный этот
Взрыватель под руку попался. Подкрался незаметно. Где я? Прикольно. Рез прикольный. Как зайти? Ладно, посидим под водой, может, в другое место. Рез поставят. Сейчас он дышать будет бесконечно, наверное. Нет. Пошло. Вот когда не надо, она за 3 секунды эта полоска кончается. Сейчас посмотрим, куда его закинет. Если опять куда-то сюда же, то будет полный капец. Ну быстрей. Ну еще тут полоска, там полоска. Пей давай. Пей до дна. Суперские артефакты. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, куда теперь закинут? Молодцы. Что же? Придется остановиться. Миссия закончена. Прыгун убит. Так что можно сказать, убил и ушел под воду. Незаметно от всех скрылся. А на этом у меня все. Если что есть, комментируйте. Может быть, у вас по-другому было, и вы не проваливались под землю. Всем пока и до новых видео.